Салют! Это Stranded Deep с Олегом и с дядькой. Добро пожаловать. Всем привет, народ! Добро пожаловать. Ты, смотрю, Робин Гуд. Да, вообще нормально. Ты вроде как строитель, да? Прям устроился здесь. Хорош. Слушай. Только сильно много не трать на это дерьмо все времени. Я хочу сделать секс. Ты хочешь сделать секс? Ну, удивительно, что один я тут только. Я как бы против. А, но ты же женский пол. Все равно я против. Все, я ухожу. Осуждаешь? Не осуждаю, ухожу. Куда ты уходишь? Подальше, блин. Так, чайки. Что какое? Значит, смотри, лук я скрафтил, я хочу попробовать чайку вальнуть с лука. Давай, вали. Да ладно я, что ты? Двусмысленно звучит, да? Ну все, давай, вали. Блин, если бы так все просто, конечно, было. Что такое, что не устраивает тебя опять? Я предлагаю сплавать еще куда-нибудь. Куда ты хочешь сплавать, интересно? Скажи мне. Сейчас найдем. Блин, они не садятся, понимаешь? Надо какая-то приманка, наверное. Да. Нет, там надо как-то... Я не знаю. Так, живы, здоровы, все вроде в порядке, все нормально. У меня все хорошо. Почти. Что, попьем немножко? Да, надо попить и заполнить пальмой. Покушать надо. Что у нас по мясу? Все плохое, да? Все сдохло. Почему? Я складывал хорошее. А, оно все испортилось, да? Приготовленное большое мясо в этом... А, испорченное 8. А можно испорченное готовить? Давай приготовим. Нет, я бы... Ну, сам по суде, это же отрава. Это отрава. Ладно, по кокосу. И рубанем. Так, смотри, пока я буду искать кокос, выложи все ненужное, возьми все нужное. Хороший план, Олег. Возьми все ненужное, сделай что-то нужное. Мне тоже понравилось. Молодец. Что пикаешь там? А, это ты. Все. Так, погнали. А, ты продолжаешь дом, то есть ты не послушался совета. Почему я слушаю тебя? Просто проблема в том, что у меня почему-то что-то не строится. Так сначала надо поставить 4, наверное, этажа для крыши, а потом уже крышу стелить, Жень. 4 этажа для крыши, это как вообще? Ну, 4 стены, чтобы на них поставить крышу. Они ставятся, даже стены. Вот, вот, ставь, вот, вот сейчас было нормально. Вот ставь, нажимай. Не ставится, красная у меня горит. А у меня нормальная. Странно. А как вращать? Если бы я знал, я бы тебе сказал. Обычно в игре пишется, наверное, где как вращать. Q. Ну вот. И в чем смысл вращать, все равно не ставить. Смотри, ничего не могу поставить, вообще беда. Отложи, давай пойдем проветримся, поплаваем немножко. Что у тебя есть полезного, что не полезного? Сейчас я все повыбрасываю, погоди. У меня есть полезный молоток. Воду. Перво-наперво давай возьмем с собой воду. Воды надо. Брудики наши наберем. Так, пить. Давай, хорошо. У меня одна порция с собой есть. Как нет? Я же его для опреснителя создавал. Блин. Значит, смотри, возьми кокос, юку я тебе дам. Сейчас сделаем. Сейчас кокос я рубанул. Вот юка. Юку я приносил, там куча юки. Да у нас всего до хрена, в принципе. Фонарь с собой возьмем? Возьмем. Будет. Как он вообще под водой, типа, не испортился? Все, нормалек? Подожди, сейчас. Живой? У меня палка не выбрасывается опять. Ну что за тупизм? Вот с этим управлением, конечно, капец здесь. Но вот деревянная палка, я ее выбросить даже не могу. Вот что это такое? Ну, у меня в инвентаре занимает место деревянная палка. Я ее выбросить не могу. Ну, возьми другую вещь, выброси ее, а потом поднимешь. Я уже попробовал, я уже все повыбрасывал, все, что мог. У меня он не берет эту палку обоссанную. Что за говно? Ладно, сейчас. Сейчас все выброшу. Что-то у тебя пикает? Да, мне нужно охладиться. Нет, не выбрасывает. У меня в инвентаре заняты палки 4. Так, мы плавали туда. Да я понял, понял, что ты пикаешь мне. Обоссал эти руки, как-то придумал. Криворукая. За 5 лет не могли нормально сделать, а? Обоссанство. Все спокойно. А ты сложил, да, весло есть. Здесь нельзя строить, у вас что-то на пути. Пошел ты, я даже уже, у меня ничего с собой нету. Поплыли, Женек. Где ты есть? А ты уже отчаливаешь. Давай, 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 давай. Во, бегом. Тунц, 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 тунц. Иду. Фиг ли ты орешь? Быстрее давай. Это кто там сейчас орал? Я отклонился просто за телефон. Так, смотри, значит, если мы плавали туда, то мы плывем.
Что за говно было сейчас, блядь? Ну ты ж так сделал. Давай быстрее, блядь, у тебя долго-то. Быстрее, ебёныч. Так, запомни. Запомни, где дом. И думаю о нем хорошо, я помню. Слушай, там два краба, как минимум. Как минимум больше. Есть копье, конечно. Он сюда идет, Жень. Он защищает маленького краба, смотри. Че, блин? Тебе надо, урод, бля, уйди отсюда, урод. Че тебе надо, затащи. Ой, бля, он ужалил меня. Жалит. Спокуха, братан. Нифига ты его. Я нормально, я жив-здоров. Блин, ну меня коцнуло немного. Ну это не страшно, сейчас подлечишься. Наверное, антидот есть и есть там. Не, ну оно как бы коцает так. Давай я тебе подсвечу, а ты его жахни. Ну, я как бы, да, сейчас. Живой? Слушай, а из лука нет смысла, да? Он же панцирь, типа. Ну, я лучше на свинью оставлю. А, ну давай. Подожди, сзади. Ну, ты серьезно? Ты смеешься? Сзади он как бы, видишь, да, убегает. Ретируется. Все, до свидания. Слушай, одно судно, смотри. Я пить хочу, есть хочу, капец. Давай. Три судна. Как сейчас я нарублю пальму. Фу, ну пить не знаю. Я пить хочу, капец. И есть хочу. Все хочу. Так возьми кокос, папа, заточи для первого времени. Ну сейчас он упадет. Хорошо. Возьми кокос для первого раза, ну. Жалко, тут же картошка раньше была, помнишь? Была, мы с тобой находили. Слушай, на этом острове, он хоть и маленький, но тут дофига суден. Прикольненько здесь, да, получше, чем у нас. Тут одно судно, второе судно. Угу. Нужно что-нибудь съесть. Как? Я ж съел мясо, огромный кусок рыбы. Ты что, охренела? В этом-то и проблема, видишь, они начинают калечнизмом заниматься. Все им не так. Видишь, какие избалованные, а? Так, ну как успехи? Да не особо пока. Так, для костра... Давай костры разжигать. Давай. Давай возле плотика, тут хорошее место. Давай, сейчас я мясо соберу. Так, камни надо. Палки соберу. Была бы птица, я бы птичку завалил, конечно. Ну, пока нет. Возле плота будем делать? Да, я думаю, самое то. Давай, иду. Давай. Так, вот тебе... Вот здесь будем делать? Да? Ну все тогда. Так, что мне надо? Не надо ничего. Тебе деревяхи нужны просто, и все. Я уже принес. А есть у тебя чем разжигать? Нет. Так, камень. Так, что там для разжига-то надо? То же самое. А, растопка, да, все, у меня есть. Сейчас все сделаем. Я думаю, одного, наверное, мало будет. Ну, да, надо второй, если сейчас. А у меня есть растопка еще одна, если что. Вот смотри, запасная лежит. Так что надо только костер поставить, и все. А, я же могу костер поставить, нормально, все, я делаю. Я иногда удивляюсь тебе, сам с собой что-то разговариваю, сам удивляется, сам что-то радуется. Хорошо. Слушай, я не могу разместить костер. Почему? Не знаю. Это, наверное, баг с этими палками идиотскими. В моем инвентаре какой-то баг. Ладно. Так, дело пошло. Жарь. Жарю. А ты оба раздел, оба поставь. Оба. Блин, а опреснитель может бахнуть сразу. Значит, тебе нужен кокос, да? Вот тебе кокос. Так кокос мне нужен без нечищенный, мне нужен кокос. Сосуд нужен? Сосуд. Не, это мой. Нет, мне нужен кокос без с кожурой кокос нужен. Так давай, в чем проблема? А, ты, ну так ты мне сделай тогда сразу готовый этот сосуд. Хрена себе, блядь, заказы. Слышь, я тут вроде не магазин. На диване. Ну? Так, подожди. Нет, просто у меня инвентарь забит в говно вообще просто. Да у меня тоже как бы не фонтан. Сейчас попробуем. Антидот, сырое мясо, так. Капец. Какое-то говно в руках. У меня 4 палки, вот это проблема. На, вот тебе раз. Что ты мне даешь? Юку. И что мне с одной юкой делать? Вот тебе кокос, держи. И? Ну, тебе нужна веревка и кокос. Сделай себе веревку, и будет тебе то, что ты хочешь. Сейчас юки еще добуду. Ну, сделал я, допустим, сосуд. Ну, я поздравляю тебя, а дальше что? И что? Так, Женька, что за тупик? Тебе нужен опреснитель. Мне нужна веревка. Ну, правильно, вот же юка.
Сейчас я сделаю спокух. Ой, беда, беда. Ой, беда. Нам все равно нужно дерево. Мне нужна ткань, Олег. Извините. Извините. Мне нужна ткань. Нет ткани. Че, как я тебе сделаю? Я бы с удовольствием, но как? У меня ткани нет. У меня есть три камня, у меня нет ткани и одно пальмовое... Ну, ткань здесь лист. Как бы частое явление, поэтому, в принципе, найти можно. Очень частое явление. Сейчас поищем. И что? Частое явление, пальма. Пойду я тогда листья нарублю. Мне нужна только ткань. Все, у меня остальное все есть, только ткань нужна. Есть у тебя с собой что-нибудь? Трусы там сними, не знаю, что, разорви. Я могу тебе то же самое предложить. У меня нет... Без трусов плаваешь? Не боишься, да. Что ежик заплывет туда? Нет. Морской. Ежик не плавает. Все, побежали. Что изменилось? По итогу. Ну ладно, сделаем вид, что это было новое. Каждый берет посуду, да? Посуду. Посуде каждый берет. А я могу здесь выплыть вообще? Хорошо. Что-то большое. Ну как, забер. Да, есть лут. Много? Пока не знаю, просто беру. Еще не рассвело нормально, понимаешь? Я, по-моему, вообще в текстуры упал в этом корабле. А, не, нормально выполз. У меня... Нифига тут лодки. Ну, что-то их много слишком здесь. Да, тут отрегенилось что-то до хера всего. О, ткань нашел, ура! Красава. Скотч нужен? Какая выдержка? Что, скотч, говорю? Какая выдержка? 15. Главное, чтобы не сантиметров. Так, всплываем. Брать будешь, нет? Скотч нам понадобится. Там что-то можно было замутить с ним хорошее. Жаль, скотч нет синей хороший. Изоленты. Так. Что-то можно было замутить хорошее. Окей. Тут ничего. Я несу коробку. На, вроде казалось, такой огромный этот, а нифига толком нет. Да, на самом деле ничего нет, как выяснилось. Так, из опреснителя я могу, мне не хватает веревка и пальмовая ветвь нужна. Веревка у тебя нет, случаем? А вот юка там, знаю, да вот. Хера юки, вся а твоя. Нет, есть, все, все есть. Фонарик. Так, и теперь... Ага. Тут пусто. Так, вроде я тоже что-то взял. Сейчас пойдем посмотрим. Вроде что-то взял, но... А ты все залутал с этого острова? Там один только был этот. Но вообще их по двое. Там еще ящики есть, бывает, можно лутать. Я же ящик принес на остров уже. Нет, ящики внутренние. Внутри не нашел, там в текстуре пропадаешь. Ой. Не, конечно, можешь рискнуть. Ой, я застрял. Вот я предупреждал. Бля, а как выйти? Выплывай, там найдешь щель. Там есть вариант. Бля, помоги, я застрял. А как? Что мне сделать? Я не знаю. Ты в моем корабле застрял? Или в другом... Лопучий кусок дерьма, блядь. Вот поэтому я тебе сразу сказал, я там поплыл и не стал даже связываться с ним. Лопучий кусок дерьма. Ой, так, перегонка воды. Ну все. Хочешь пить, пей. Мясо, кстати, приготовилось. Я рад за мясо. Ладно. Давай. Ты рад за мясо? Это хорошо. Ты что делаешь? Но это еще не все, кстати. Как не все? Ты с собой что-то несешь целое? Да, сейчас посмотрю, что там. Ты ящик взял? Даже два. Так, хорошо. Да, остров, конечно... Не такой уж и большой. Есть еще сырое мясо у тебя? У тебя есть сырое мясо? Откуда? Ой, воды нужно. Воды нужно, бля. Беда. Просто оговорился, ты уже смеешься. Ну нормально вообще. А сам начал, главное, смеяться, еще я виноват. Я не смеялся. Нет, я не смеялся. А что ты делал? О, приготовленное нашел мясо. Так это же я складывал. А дай мне одно, ты что-то стрелил там все его. Мне бы сырого мяса. Пойди краба наебни. Пошли, повалим.
Пошли. Давай побольше рыбу искать. Пошли. Мне кажется, найдем. Побольше рыбы, она счастье больше дает. Ну, не только счастье. Насыщение. 4 дня мы прожили, что игра врет? Ну, а что тебе говорят, не так, что ли? А что она тебе врет-то? О, иди сюда. Понятно. А, я что, не то взял? Брызгун пойдет тебе? Мне? Брызгуна будешь? Кушать будешь? Брызгуна будешь? Я брызгуна тебе уже как-то скормил разочек. Было дело. Ну и как? Ну пока живой вижу. Я да. А Немо нельзя ловить? Нет, декоративная рыба, она несъедобна, насколько я знаю. А, да? Серьезно? Такая рыба, то есть морской клоун, не рыба-клоун несъедобная. Не знаю, кто тут клоун. Морской или... Рыба! А, рыба-лев отравленная, да, нельзя ее. Там просто плавала рыба-лев, я думал. Черепаху, с черепаху будешь сегодня? Нет. Жалко что-то как-то. Костры, костры надо сделать. Костры, костры, горят костры. Рыба забавно всплывает. Прям смешно. А я не шутил. Как рыба всплывает. Ну я понял, что... Тут акула плавает, ничего? Нет, пускай плавает, что он мешает тебе, что ли? Да как бы, чтобы я ей не мешал. Вот ты как раз ей не мешаешь. Ну, конечно. Сохрани игру на всякий пожарный. Давай, сохраним. Так, смотри, значит, эти два мы посмотрели, да? Да. Судно. Пошли, да. То быстро глянем третье. Я пить хочу. Понял тебя. Так, выбрасывай все лишнее, давай, потому что если там интересное что-то... Давай, мало ли. Так у меня лишнего из лишнего копье. Копье я не буду, свиней здесь нет. Жалко, кстати. Тот хряк скоро вырасти должен будет уже. Ну, погнали, вот сплавать. Это проверим, если там что. Вон еще слева есть. Не проверял? А, вот эта шлюпка. Но она далеко, я это не проверял еще. Ну, я проверю. Давай. Заодно. Раз уж там есть мачта. Так. Ну, как тебе сказать? Сейчас узнаем. Говори как есть, все плохо, да? Нет, пока. А, ящики есть, да, сейчас я посмотрю, что в ящике сначала. О, бочки всплывают, хорошо. О, вот это. Опять скотч, фонари и больше ничего. Нужны нам? Нафиг не нужны, наверное. Фильтры, кожа. Угу. Двигатель. Тут движок есть. Заберем. О, это уже интересно. Слушай, ткань есть, кстати. Можно опреснитель бахнуть будет. Угу. Что-то еще. Консервы нашел. Бери, еда всегда нужна. Так, гарпун и дощатый лом. Гарпун из Нотр-Дама, да? Угу. Гарпун. Ух, сколько тут всего. Ладром. Блин, эти вещи, понимаешь, они для чего-то же нужны здесь. По сути, да, наверное, как раз-таки создавать что-то. Перегонка топлива. Ну да, вот эти летающие штуки. Ну да, да. Так, это столы. Ну не густо, я бы сказал, что ну так, себе. Полуто, ничего такого серьезного нет. Поплавок можно делать. Хорошо. Ну, рыбу ловить, наверное. Ну, да. Удочки же есть там стартовые. Слушай, у меня здесь дофига. Ну, тут вещи такие, знаешь, тут движок, топливная система, ракетница есть, кстати. Металлолом я нашел. Нужен? Металлолом? Но это все для создания. Бля, акула проплыла. Ну да, металлолома здесь, конечно, много. Но я сколько могу, конечно, выгружу. Я тоже принесу барахло. Вот туда, вот аж туда. А, вот туда, правильно. Угу. Вообще по компасу по-хорошему, конечно, надо было. Компас я нашел, еще один там на острове лежит. Так, но... там мы были. Угу. Там мы тоже были слева. Правее держи, Женек. Я ж правее держу, вон тут остров справа. Нет, ты не туда плывешь, направо вообще. Ага. Вот туда. Давай, ладно. Вот туда. Окей. Он далеко, не знаю, но это как бы очень дальняя точка такая. У тебя как, еда, вода нормально, живой? Ну пока да, пока ничего. Пока жив, цел орел.
Пока смотрю. Пока ничего. Ни больших кораблей, ни каких-то локаций. Ничего пока такого нет. Все, что было, мы нашли здесь только. Блин, туда плыть далековато. Ты его видишь? Он там еле-еле видно. Есть, есть, у меня макушка торчит. Вот, вот туда нам и надо. Кажется, что она ударила по лодке, нет? Походу бьет наш этот, да, плот. Странно. Да, это дом с твоей постройкой. Угу, значит, правее сейчас поплывем дальше туда. От острова туда. Надо компас взять все-таки, ну. Вариант, если стеночку так сделать, и еще одну, так, в три этажа, то, в принципе, наверное, с островов мы будем видеть это. Ну да, сооружение. Да, вот, но я тоже сейчас подумал, что это будет круто, чтобы верхушку построить. Сейчас наберем. Да, это варик. Так, что по воде? А вода немножко. Тут есть немножко воды и там, и там. А, ладно, это нормально. Надо еще пальмовых этих листьев. Сейчас сделаем. Ты задолбал ты охлаждаться. Куда тебе охлаждаться уже? Ты же не процессор, чтобы охлаждаться. Да. Во, там в прыжке. Во, красава. Тебе листья нужны, да? Ну. Вот валяется у тебя немножко. Сейчас сделаем. Вот пальма есть. Перетарабани. Давай я тебе перетарабаню целую. Я не могу запрыгнуть туда, я не получаю. Вот, смотри, я помогу тебе сейчас, смотри. А, нет, мне не получается мне достроить вот эту фигню. Прыгай на эту пальму, вот, смотри, вот. А можно так, что ли? А чё ж нельзя? Где она сквозь проходит? Блин. А, не достраивай, слушай. Нельзя какую-то лестницу бахнуть там? Не, нормально, достраивай, видишь? Мне кажется, будет видно. В принципе, три этажа как бы. Мы проверим, у меня бинокль с собой есть? Типа пей, кстати, поешь. Восполни здоровье, поплывем сейчас на другой остров. Смотри! Ты видишь его? Да. Ни хрена. А что такой огромный корабль? Вон он. А это буёк какой-то? Это буёк, да. Это буёк, а корабль вон слева. Давай до буйка, потом до корабля. Это победа. Да. Чё ты сел? Это победа. Слушай, я вот не знаю, сколько у нас ХП с тобой, понимаешь? У меня ХП... плохо мне. Вон остров рядом есть. Давай с буйка на остров, а потом на следующую серию оставим этот огромный корабль. Ну ты думаешь? Да, я думаю. Давай, ладушки. Тогда надо будет Луска Великая. Что такое Луска Великая? Это маяк? Луска Великая называется? Луска Великая. А что на маяке есть? А вот давай посмотрим. Что там, проверь. Ой, аккуратно! А, внизу что-то, слышишь? Ты думаешь? Блять, тут... А что это? Что? Кальмар! Это огромный кальмар, блядь! Это босс! Я серьезно, Женя, это босс! Это огромный кальмар! Луска, ядрить, великая... Ёкарный шляп! Женя, блядь! Женёк! Ай-яй-яй! Плывём нахер отсюда! Садись! На корабль! Садись быстрее! Куда там, на остров, не знаю! Да вон соседний! Ядрить кальмар! Блядь, он бьёт меня! Плыви! Ебо, не могу! Плыви! Отбуксуй меня! Луска великая! Отбуксуй куда-нибудь! Сейчас! Буксани! Бля, он схватил, что ли, меня? Нет, это я тебя буксую! Я не могу плыть! Давай! Все, поплыли! Куда мы плывем? Вон, на какой корабль? Вон остров рядом. Корабля далеко. Корабль ближе. Не факт. Капец. А, может быть. Луска великая, блин. Давай лучше на корабль, нас сейчас убьют. Меня утащило! Где, в смысле? Я сзади сейчас. Плыви назад, быстро, плыви! Плыву! Плыви! Давай прыгай, тот! Слушай, мы буёк не лутанули. Да там ничего нету. Вон кальмар, вон он впереди нас. Я знаю, что кальмар впереди. Беда, краки на боссе. Че, ты сел, как, блядь, этот, в стрип-клубе. Давай, вставай, долби его. Долби, он уплыл от нас. Все, музыка тихая, спокойная. Корабль наш. Я не на корабль, я на остров соседний. А, фу, луска великая. Поляк, что ли, или что? Нет, слушай, его это, короче, босс, и у него, наверное, какая-то важная вещь есть сюжетная. Возможно. Но он меня как утащил, конечно, капец. Маяк, Луска Великая, блин. Главное, ты мне говоришь, это так называется этот буёк. Какой-то хуй вообще забытый богом буёчек, блядь, назвали Луска Великая. Классно. Не, ну это же буёк, он же как его же фиксирует, что он стоит в таком-то месте, координаты такие-такие. Я подплыл к нему, дотронулся до него, а он начал плавать. Ну правильно, он что-то охраняет.
Так, остров и корабль рядом. Ну, на острове мы сохранимся, спать ляжем. На острове надо, да, быстро сделать сейф, а потому что... А мы, если спать ляжем, проснемся, корабля не будет, а? Будет. Почему? Точно, почему? Но он же на этом... Разбитый же. Я думаю, это целый. Нет, разбитый. Ладно тогда. Фу, лусковин меня напугал, конечно. Хотя бы с этого острова уж точно видно все, что надо. Да. Я так понял, это важно. Меня как-то колышет немножко влево-вправо. Меня тоже, да, колбасит. Я не знаю, смещаюсь почему-то. Я даже на показатели боюсь смотреть, понимаешь? Там такая жопа, наверное. У меня 4 здоровья, сердца и все 4 кубика. И абзац мне. Настань. Давай, давай, ковыляй, родная. Чуть-чуть осталось. Узко великая. Узко великая, да. Фу, это, оказывается, гигантский кальмар. Фу, все. Это похоже на причал. Ну да. Собираем. Надо быстрее колбасить все пальмы. Давай, 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 давай. Сейчас я поем, попью, что у нас. Ой, бля, у меня ни еды, ни воды. Да, там вообще беда у нас, мы вообще трупешники. Живые трупы, грубо говоря. Все, поели, давай, попили, лузка. На первое время должно хватить. А так, что там у тебя? Колбашу. Добываем. А ты смотрел, что на острове-то хоть есть? Блин, а что там? Да ничего, такой? Темно у меня. Хотя у меня фонарь вроде бы был. Огромный. Огромный лайнер. Там жить, блядь, можно в нем. Можно. Там только целую серию, чтобы его полутать, наверное, придется потратить. Ну, не знаю. Наверное, да. Ай! Что укусило? Не знаю. Нормально получается? Так, ну, в принципе, да. Сейчас я посмотрю, что мы можем сделать. Давай шалаш надо построить. Мне надо одну веревку. Надо юку искать. Вот юка растет. Так маленькие пальмы убивай, и все. Да, убивай маленькие пальмы. Шутка звучит. Нормально. Убивай маленькие пальмы, Женек, и все будет нормально. Вот юка. А, я понимаю, что юка, но... Фикус. Что юка-то? Где юка-то? А, вот. Сейчас, на, веревка, где ты? Краб к тебе, блядь, сейчас закусит. Погоди. Вот, на, веревочку. А, ты уже сделал? У меня уже есть, да. Супер. Сейчас. Давай. Все. Фу, давай ляжем спать. Сохранить. Сохраспим. Давай. Пусть они это спятся. Краб. Да меня краб, блядь, кус... Ебучка ссана. Какого хрена вообще? Уйди, он убьет меня сейчас. Краб, бей его. Иди нахуй. Сука, мне поспать не дал, мудак, блядь. Все. Именем Леголаза. Я не доживу. Блядь. Я убью тебя, сука! Обоссанный говнюк. Я его дам гандернасну сейчас тоже разок. Иди давай, прячься, скотина, тварь. Лежать на! У меня один столбик здоровья. А, ну все, нормально, значит, я тебя сейчас это спасу. Ой, беда. Ты, главное, не сохраняйся. Лучше потом просто перезайти будет. Так. Короче, ребятки. Здесь мы будем заканчивать. Здесь будем заканчивать. Посмотри на бинокль тебе. Давай. Как там, правой кнопкой? Левой кнопкой нажимаешь, левой. И его смотрит. Нифига себе. Ну он у меня размазанный. У меня тоже как кусок говна. Как кусок говнины, а не корабль. Ну в целом да. Ладненько. Я вижу, что о, стрела. Ладно тогда. Спасибо за просмотр. Увидимся в новой серии. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.